Здравствуйте! Сегодня 13 января 2022 года в Энгельском районе Саратовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. У поворота на село Первомайское от трассы Энгельс-Ершов-Озинки столкнулись три автомобиля, из них пассажирская «Газель Next», грузовой фургон «Газель» и легковой автомобиль «Шкода Рапид». В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще двое пострадали и были госпитализированы. Инцидент произошел в 8:07 утра по местному времени. По информации пресс-службы ГИБДД, всеми автомобилями управляли мужчины. В легковушке находились 5 человек, трое из них – 2 женщины и 1 мужчина. От полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Еще один мужчина и женщина, которым на вид около 40 лет, в состоянии средней степени тяжести были доставлены в одно из медицинских учреждений города Энгельса, где на данный момент им оказывается необходимая помощь. От столкновения грузовой фургон завалился на левую сторону. Его водитель не пострадал, как и не пострадали никто из маршрутного микроавтобуса. Спасатели на месте происшествия применяли гидравлический инструмент для деблокировки тел погибших. Обстоятельства, подробности и причины произошедшего на данный момент выясняются. Никаких комментариев по поводу произошедшего пока никто не дает. На месте аварии сотрудниками следственно-оперативной группы организована процессуальная проверка. По результатам всех проверок будет дана оценка действий всех водителей. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 12 января 2022 года на российских автодорогах зарегистрировано 230 случаев ДТП. В них погибли 25 человек. Различные травмы получили 282, 34 из них – дети. Будьте внимательнее на дороге. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя. Всем удачи и добра.